Ты главное поправляйся. Да, и привет, девочки, мальчики, все начинаем, продолжаем играть. Как оклемаешься, сразу поедем. Как оклемается, сразу мы поедем. Поехали. Здравствуйте, девочки. Ох, сука! Значит, близко к ним проезжать нельзя. Угомонись! Бля, Дима. Пугали. Бедный мой мотоцикл. Я хотел... Ой, волк. Думал... Ай, блядь. Я его раздавлю. Ой, блин, бензина тоже мало, блин. Что у нас здесь, а? Так. Ну-ка, вроде порядок. Так, фонарик. Что у нас здесь, а? Так, пока ничего интересного нет. Так. А сколько у меня воды? 40%. Нет, здесь ничего нету. Чисто из-за кирки зашел. Ну, поехали дальше. Вот уж, суки, прыгучие. Здесь где-то бензин, наверное, будет, потому что бензин налетел. Да, я все время забываю, что рядом гора Олири. Сам удивляюсь. Так, надо осторожней. Ой, фонарик потушить. Иди, иди сюда, иди сюда. Ты меня не ух увидел, сука. Аптечки надо сделать.
Во. Пригодится. Конечно, пригодится. И топливо. Зальем. Бедный своего ел. Да блин. О. Ну залей бензин сейчас. То, что надо. Конечно, то, что надо. Пора взрывать. Не получилось. Не фартануло. Так, здесь больше комнат нету. А он и здесь стоял, блин. Ну, поехали дальше. Не ори, ну и создание. Бери домой. Ой, блядь, сколько их здесь. Конечно, все пригодится. Металл нужен. Так, посмотрим. Что, они двое здесь были? Коробка с гвоздями. Бери. Бери, аптечки будем делать.
как стес я был, стес пил. Это одно, целое. Там я все взял. Топор не, кирка лучше. Ладно. Так, пошли к своему мотоциклу. Ой! Ну что, пистолеты другие. Не надо поменять. Фух. Было страшно. Домик на озере. Так. Так, ну что интересно, как мне сделать? Так, сейчас надо еще найти, как туда дойти. Так. Находки. Так, здесь, а здесь у меня вообще ноль. Выбрать задание. Здесь 8%. Так, хорошо, сперва сделаем то, что есть, а потом посмотрим. О, не напрасно пришел. Печку. Ну там жмурик бегает. Так, гвоздики. Надо биту найти, сделать опять. Биту с гвоздиками. Побеги кедра. Ну что, по дереву надо побить? А, ну или, наверное, собрать надо. Дерево не бьет. Угу. В общем, надо какие-то веточки, наверное, собирать. Пригодится. Грибок. Ну, вот в таком варианте, наверное, где-то дерево будет. Дерево надо будет взять, и он сделает себе. Блин, а то надо, надо. Так. Какое-то сухое дерево. О, блин, нашел. Хм. Это просто монстр.
Так. Значит, что ему надо? А лом надо ему, блин. Лом-то собирается. Бедные, кто-то здесь спал, отдыхал, и их сожрали, ничего не осталось. Что такое? Дубина. Не, надо биту или... или топор лучше. Здесь тоже ничего нет. А вот дерево, дерево нашлось. Ой, это не, это маленькое. Поехали, в общем, дальше. Сейчас на писи зайдите опять в эту. А что, чтобы ты нашел какое-то дерево? Вообще. Нужно их спалить. Жить станет поспокойнее. Какой-то вопросительный знак появился. Мы пошли туда. Фрики и мародеры, да-да! Сожрите друг друга! Давайте не весь мозг, сколько вас здесь, а сука. Нет, только не стрелы на них. Давай, давай. Я спас этих козлов, что ли? Эти козлы убежали. Лучше, чем ничего. О нет, ты что? Какой лучше, чем ничего? Так. Ой, там что-то. Нет, туда еще рано идти. Мусорка это спрятать. Зараженная зона называется особо опасной радиоактивной. Гнездо. Ага, ну это значит. Где оно? Твою мать. Ведь рядом где-то. Быстро. Нать. Так, лом мне не нужен, это не нужен. Топорчик поменять надо.
Так, цветочки собрал. Ну пошли сейчас эти. Косить будем там. Во, куда-то приехал. Я почему рекламы не было, ничего не было. Так, пригнулись и пошли. Кушай, кушай, молодец, кушай. Не оборачивайся. Так, что-то интересное есть где-нибудь? Здесь что-то есть. Так, как у нас там с аптечками? Есть. Подожди, я кнопки не смогу перенести. Так, тут параметры. Контроль. Ай. Так мне интересно. Мышка и клавиатура. И назначить кнопку. Вот так. Так. Где у нас X? Так, что у нас там еще нужное? Да, пока аптечка, потом посмотрим. Цветочки. Ой, я из зоны вышел. Что-то мне здесь надо найти, да? Или зачистить ее надо? А, во, это. Сейчас мы их... возьми баллон. Ну, блин, ну. Выходите. Лучше их сразу бить вдалека. Ну не больно бьет. Так, аптечки создадим. Что-то есть.
Погинь. Вот то, что валяется. Не ты сейчас. Так, поехали дальше. Эту надо найти, но с готиками сделать ее. Плачущий ангел. Точно, это он. Где же твой тайник, Леон? Ладно, посмотрим. Может быть, здесь? Осталось определиться, кому это отдать. Бухарь! Бухарь, ты меня слышишь? А? Ты просто не поверишь! Я только что видел вертолет! Что? Какой еще нахрен вертолет? Вертолет Неро прошел прямо надо мной и как будто меня не заметил. Столько времени прошло, и вдруг из ниоткуда прилетает вертолет? Я поеду за ними, а попробую выяснить, что они тут забыли. Дик, будь осторожен. Держи подальше, пока не станет понятно, что они тут делают. И давай без глупостей. Да что ты, какие глупости? Так. Так, не надо к нему бежать. Поехали сюда. Да бери ты. Ну, думаю, быстрее бьет, блин. Никакого шанса не оставляет, чтобы атаковали тебя. Он идет. Иди. А, это надо было раньше сделать. Вот, сука. Нать. Бедную девочку убил. Так, бензин есть, все есть, поехали. Баки что-то лежит. Так как. А, у меня вообще нету там ничего. Что-то пусть будет. Погоди! Они замедляются! Видимо, будут садиться! Сейчас будет что-то интересное.
Скинь нам. О, чего даже. Нейро. Специалист Нейро, что тут могут делать ученые? Надо подобраться ближе, глянуть, что там. Так, главное не шуметь. Если меня увидят, я труп. Ненавижу такие вылазки. Конечно, понимаете. Куда лучше ползать по Белновским пещерам? По коленам. Бросить камень, отвлеку их внимание. Сколько времени? Это займет. Слишком долго, это точно. Да, так, что ты там зашел? Иди-ка проверь. Дождь начинается. Могут и фрики вылезти. Дарам-дарам-дарам-дарам. Все нормально? Миссия осталась. Так, камушек взяли опять. Уйди, ну. Ой-ой-ой. Да что вообще мы тут делаем? Пока мы на земле, топливо наименьшее из наших проблем. Думайте. Слышишь? Да что вообще мы тут делаем? Что прикажу? Давай. Походу, ты не знаешь, что такое вечность. Уходи отсюда немедленно! Хорошо, или мы тебя пристрелим! Я ухожу. Эй, как хорошо прошел, блин, а там не понял уже, что делать. Я думал, убить ее надо. Такое их внимание. Заметка номер 2000. Проследив за большой группой, численностью около 500-600 особей, мы подтвердили, что местом их гибернации... Док, в графике на завтра значится 23. Это мы? Нет, это О'Брайен. А, слушать надо. Черт, на чем я остановилась? Мы подтвердили, что местом их гибернации является пещера Хай-Дезерт. Кодовое обозначение сектор 15. Вытоптанная трава у входа и наличие следов, фотографии прилагаются, указывают на то, что это место они используют уже давно. Наверное, там тепло и уютно. Согласно показаниям датчика движения, установленного... Слушаем, слушаем. Этим утром в пещеру вошли приблизительно 447 особей. Что? Рекомендую выслать еще одну группу после 19.00 для изучения внутреннего пространства пещеры. Примечание для доктора Андерсона. Ваша теория о том, что объекты деградировали до первобытного состояния и перешли на ночной образ жизни, кажется все более состоятельной. Конец отчета. А внутрь не пойдете? Ты что, не слышишь? Больше 400 особей. И это не какие-то там заурядные фрики. Это третья стадия. Но они спят, как младенцы. Я спросил, не пойдете ли вы. Про себя я не говорил. Эти особи не спят. Это гибернация. Когда-нибудь будил медведя, впавшего в спячку? Да. А фрика, впавшего в спячку, будил? Вообще-то да. Я один из тех, кто выжил на руднике Уайткин. Господи. Он содрал кожу с моего друга, как кожуру с банана. Эти костюмы от многого могут защитить, но не от них. Охренеть. Господи. Пиздец. Там все сразу пошло через жопу. И поэтому мы туда не пойдем. А если замуровать эту пещеру,
Может, мы сократим их популяцию? Не знаю, Капрал. Тут много пещер. Пойдем, нам пора. Запомнить пещеры? А кому это надо? Так, сейчас мне надо уйти, да, отсюда. Так же спокойно, как и пришел. К ним камушек. Иди туда. А я пойду сюда. Уйди ты отсюда. Да что вообще мы тут делаем? Что прикажут, не нуди. Что? И? Скотина, этот пришел сейчас сюда. Уходим, 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 уходим. Улетели. Что? Ага. Пепельные болты. Так, здесь есть что-нибудь интересное? Бухарь, ты на связи? Бухарь, ответь! Дик, привет, я тут. Когда мы уезжали из Фервела, то Дик узнал, что это или кто он там, который забрал Сару. Погодь, ты о чем? У него была плашка с именем. Ты помнишь имя? О, Брайан! Ты его всю дорогу костерил, до самого трехпалого Джека. А, пепел гнезда, зачем? Он живой. О чем ты? Весь лагерь был перебит, мы же сами видели. Я в курсе, но я услышал... В общем, я подобрался к месту посадки, и они... Стой, стой! Ты полез к вертолету? Ты что? Послушай, блин. Я слышал, как они говорили по рации о некоем Брайане. Дик, не смей. Да хочу нет, пепел. Я, Бухарь, успокойся. Я просто... отдыхай пока. Конец связи. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. То отдище, в которое превратилась наша жизнь, не стало неожиданностью лишь для тех, кто давно меня слушает. Я был одним из немногих. Что стало с теми, кто высказывался против федералов? Что ж, им пришлось не сладко. На кладбищах полно несчастных, которые осмелились открыто выступить против лжецов. И за мной приходили. Готов. Я основал свободный Орегон перед самым разгромом федералов. Вел трансляции из минивэна, колеся из города в город.
Сделаем сейчас себе биту. Не были завалены машинами, оставшимися без хозяев, а мосты не были разрушены в наивной надежде. Вот так. Фриков. С вами Марк. Сейчас этих твоих как-нибудь убьем. Не верьте лжи. Нет, Коуп, вот кого на кладбищах полно, так это фриков. И ты не мог задержаться на одном месте, потому что если бы кто-то увидел твой минивэн, его бы разнесли на куски. И тогда мне не пришлось бы сейчас слушать это твое идиотское радио. О, оглушитель. Ха-ха, смотри. Где мой пестик? Сейчас сделаем глушитель, если получится. Подожди, а как его сделать? Хорошо, потом поймем. Теперь вот здесь пыльцу надо достать. А это где, кто эти умерли? Так. Динамит. Припасы качаются. Ну, сгори сейчас. Пыльцу хочу. О, лом, 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 лом. Так, подожди. Сейчас. Нам надо создать. Раз. Кто создал? Все, можно взять. Пульцу взял. О, патрончики. Багажник. Ничего нету. Вот сволочь. Ну, поехали. Какая-то... О, здесь можешь кое-что найти. Посмотрим. Что тут у нас? О, бензин, бензин надо, бензин. Нет. Сойди ты с него. Наливай. Вот так. Порядок. Где-то еще... А, о. Так. О, три стрелы создал. Хорошо. Здесь больше ничего нету. Не, не туда. Угу.
горячая. О, впереди что-то происходит. Кто-то умер. Снайпер засел на дороге, черт! Спасибо. Ну, стреляй в него. Нифига ж себе. Так, надо осмотреться. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. В небе стали появляться чёрные вертолёты. Возможно, вы их видели. Или слышали. И подумали, что сходите с ума. Не сходите. Ранение! Они существуют. И это подтверждает мои правила. Мы думали, что Неро вымерли вместе со всеми. Пав жертвами собственной глупости. Но нет. Как я и говорил... Так я этого дерева вынес. Может, у него там винтовка будет? И восстановить власть над миром. Но пока я жив, этого не случится. Нету. Не бросайтесь им навстречу. Они не спасать вас пришли. Все достойные люди, носившие форму, погибли больше 2 лет назад. А эта сволочь просто пристрелит вас на месте. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Боже мой, Коуп, ни хрена они не хотят вернуть. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Ну, кроме одного, да, тебя пристрелят на месте. Везунчик. Как тебе, падла? Больше ты никого не подкараулишь. Не, я думал, винтовку возьму хоть с него, блин. Лучше пока 70%. Сволочь! Ой, блин. Thank you.
Толкай, толкай. Быстрее, 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 чтобы никто не вылез. Сейчас пикать начнет. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Хватит. Я сказал, пик. Вон там еще второй вылез. Иди. Иди. Иди сюда. Блин, я думал ее толкнуть, может. Не понял. Как мне сейчас? И так неинтересно. Заманили меня сюда. А может, с этой стороны? На мотоцикл свой бери. Да садись ты. Сейчас выпрыгнет еще. Потом. Ай, сука. В общем, попрощаюсь на этом красивом моменте. До новых встреч. Еще будет видео. Пока всем, ребята.